Жду от вас пальчики вверх и до новых встреч. Сегодня я вам расскажу, что будет в подшоу «Холостяка». 10-й сезон, 2020 год, Украина, телеканал СТБ. Мы узнаем всю правду о жизни участников проекта после проекта. О том, что Кристина переписывалась с Холостяком и сама инициировала общение. А я знала, что у них продлятся отношения, потому что то, как он ее провожал, было очевидно, что он к ней имеет чувства. На самом деле, сильнее всего на проекте ему нравились Кристина и Даша. И когда он провожал Кристину, казалось, будто они действительно расстаются, как люди после долгих отношений. Аня признается, что влюбилась в Холостяка. Алина прямо на постшоу будет приглашать Максима на свидание. И Дана тоже продолжит борьбу. Девушки будут ругаться за Максима, как за кусок мяса, прямо в эфире. Наталья Холоденко, психолог, которая, кстати, родом с Черкас, с моего города, и училась даже в моем же университете, вот как будет себя вести. Она будет присутствовать на постшоу и провокативно спросит у Холостяка, спал ли он с девочками на проекте. Что потом даже ей самой станет стыдно за такой вопрос. Вот это вот все будет в первой части постшоу проекта «Холостяк». А вот во второй части проекта будет еще интереснее. Смотрите мое второе видео. Жду от вас пальчики вверх и до новых встреч!